Дорогие мои детишечки, и так настал тот день, когда вы получаете свой первый документ, аттестаты о неполном среднем образовании. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего, чтобы вы и дальше стремились, шли вперед, несмотря ни на что. Всегда говорите правду, только правду. У кого правда, тот и сильнее. Мы с вами прошли через многое. Были какие-то недомолвки, были распри, были все. И мероприятия спортивные. Было плохо, было хорошо, но мы прожили все это вместе. И благодаря вам. Сегодня у меня тоже такое чувство гордости за вас. Что вы есть, вы настоящие, вы взрослые, идете в новое, открываете для себя все это новое. Ну и жалко, что меня сегодня нету, но тем не менее я вижу, что Витя жует жвачку, а Женя в телефоне. Вот. Леха Самсонов, тебе отдельный пламенный привет. Все будет хорошо. Каждый из вас личности, я вас ценю, уважаю. Ну и всего самого-самого. Привет!